администрацией. Готовы будем, сейчас мои коллеги, замы озвучат вам, что планируется сделать по вашей территории. О планах и перспективах развития села Городище его жители услышали от временно исполняющего полномочия главы Соликамского городского округа Сергея Матвеева, его заместителей и представителей различных ведомств. После этого была возможность задать наболевшие вопросы напрямую. Пришедшую на встречу Светлану Вдовину волнует проблема медицинского характера. Вот я с ребенком стою с января месяца, нам было 6 месяцев. Сейчас нам уже году, и мы не прошли невролога, потому что нет. То же самое с большим, хоть маленького, хоть большого возьми. То есть да, у нас есть фельдшер, прекрасно, но это фельдшер. У нас нет педиатра. Узких специалистов. Отметим, вопрос нехватки врачей стоит остро не только в сельских территориях, но и в городе. И это с учетом существующих дополнительных ежемесячных выплат. 29 тысяч рублей врачам и 13,5 тысяч среднему медперсоналу. Эти деньги выплачиваются сверх оклада и стимулирующей части. Несколько лет назад в Городищенской школе открылся образовательный центр естественно-научной и технической направленности «Точка роста». По словам директора Городищенской школы Раисы Поповой, в учреждении нет актового зала, поэтому все значимые школьные мероприятия проводятся в сельском клубе. У нас актовый зал совмещен со спортивным. Сейчас, учитывая в ГОС, учитывая все преобразования, которые происходят в современном мире, в современное время в образовании, невозможно там проводить праздники, поэтому мы приходим сюда. Не менее остро стоит и транспортный вопрос. Есть проблемы с вечерними рейсами, на которые выходят в основном пазики, а на остановках, как правило, в это время большое количество людей. В выходные дни вообще вечернее время последний рейс автобуса убрали. То есть люди, которые работают там Урал, Калий, грубо говоря, второй рудник, там СМЗ парковый, ездят обратно с работы на такси, а такси нам никто не оплачивает. Сергей Матвеев пояснил, что решение данной ситуации находится на контроле краевых властей. Недавно было совещание при губернаторе, где поднимался этот вопрос. И сейчас задача вообще для муниципалитета ставится это переход на свое автотранспортное предприятие, то есть именно городское. Там очень большие для этого нужны затраты, там порядка 500 миллионов рублей. То есть мы эту сумму в принципе обозначили. Если нас край в этом отношении поддержит, то, конечно, свое, когда будет муниципальное предприятие, мы можем, конечно, там исходить уже где-то и тарифы регулировать, и все. Сейчас вы должны понимать, что перевозчики все у нас частные. То есть каким-то образом там диктовать им условия мы не можем. Жители села Городище волновали и другие вопросы. Как обстоят дела с вывозом мусора, кто и когда должен бороться с борщевиком, где дорожная разметка у школы и так далее. Чем острее проблема, тем громче они заявляли. Например, о качестве питьевой воды, которой пользуются жители. На данный момент 3 пробы отправлены на экспертизу. По анализу этих проб мы будем уже решать, и будет рекомендации от Роспотребнадзора, что нужно делать сейчас в сложившейся ситуации. Ни насколько не выключаемся из решения этой проблемы, будем однозначно пытаться всеми способами, возможными для нас, то есть помочь сейчас жителям. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация по строительству центрального водовода. Работы запланированы компанией «Уралкалий» на 2024 год, срок завершения работ 2025 год, и мы сейчас должны вместе с муниципалитетом спланировать выполнение мероприятий по переключению водопроводных сетей, которые находятся внутри поселка и питаются от существующих скважин, к новому построенному водоводу именно в 2025 году. Отметим, для временно исполняющего полномочия главы Соликамского городского округа Сергея Матвеева это первая встреча с жителями сельских территорий. Первая встреча, жители пригласили немножко так спонтанно, то есть буквально за день, за два. Многие вопросы, конечно, требует решения не одного, наверное, месяца, а год может чуть побольше. Я не люблю вот эти отписки и все остальное. То есть меня люди зовут, и я, в принципе, всегда приезжаю. Неважно, один человек, два человека. Я считаю, что личное общение, оно лучше всего, и в личном общении лучше всего решать все проблемы. Добавим, в этом году в Городище начнется ремонт дорог на участках, выделенных для многодетных семей по улицам Светлая, Березовая, Дружбы и Роза Ветров, и ремонт дороги Соликамск-Половодово. В настоящее время в Краевое министерство транспорта направлена заявка на продолжение ремонтных работ на этом участке. С 3 июня приступят и к благоустройству межшкольного стадиона Городищенской школы. Завершение работ аккурат к началу учебного года. Свидетелями плодотворного взаимодействия были Олеся Петровичева, Михаил Морошкин и вся телекомпания «Соль ТВ».